Всем привет, бандиты! С вами Осиш. Зачем тянуть? Нас пригласили на турнир по FIFA. Играем мы с вами за Испанию. И надеюсь, этот групповой этап мы с вами пройдем. Потому что надо хотя бы один из матчей выиграть, чтобы мы прошли с вами дальше. На что потрачу я призовый фонд? Вы бы спросили. Я бы сказал, на шлюх. Но знаю, какой там призовой фонд. Мы с вами его наполовину шлюхи можем потратить. Ну ладно. Потратим с вами на пожертвования, ребят. Вот так вот. Такие дела там выберем в Телеграме, на что пожертвовать. Вот, и все. Let's go, погнали, чем тянуть. Испания против Шотландии. Первый. Что ж, кстати, составчик у нас с вами на этот турнир бешеный, я бы сказал с вами. Мы собрали, продав весь основной рейтинг с вами. По поводу состава, он у нас с вами вообще бешеный. У нас Вильямс, Марко Асенсио, из тех, кого я знаю, хороших молодых игроков, перспективных, я бы сказал бы. Родри, Вильян, Гави, Кабдевилья у нас с вами стоит, Виван, Хесус Навас, ну и все. Остальные игроки просто куплены для того, чтобы поднять максимальный рейтинг. Так что погнали, надеюсь, у нас с вами в этой игре будут опасные какие-то моменты. Ну и как минимум у нас 10 пунктов разницы, и мы хотя бы соперника разнесем. Let's go, погнали. Так, что ж, прорываемся с вами по флангу, даем налево нашему нападающему, бежим по флангу. Навесом заниматься нельзя, поэтому просто низом пас, низом Вильямс, 1-0 уже ведем на 21 минуте, в принципе, у нас еще с вами есть, как сказать, 70 минут, чтобы забить еще хотя бы пару голов. Надеюсь, у нас с вами получится, вот так вот. Мы просто даем на ход и забиваем, конечно, затупив. Так, пробуем Марко Асенсио прорваться по флангу. Давайте попробуем навесить просто на ход. Мячик низом доходит. И головой оп-оп-оп-оп-оп. Забиваем головой. Офсайда, кстати, никакого не было. 2-0 уже, кстати, на 35-й минуте. У нас еще есть с вами 65 минут. Мы давайте попробуем разнести по максимуму соперника и пойдем все. Первый тайм закончился 2-0. Я хотел забить еще, потому что я чувствовал, что я могу еще забить. И за весь матч соперник нанес всего лишь мне один удар по воротам. Счет первого матча с вами 2-0. Желаем сопернику в дальнейшем таблице удачи победить. Тогда он пройдет дальше. Всех обнял, поднял. С вами был Осиш. До новых видео.